Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем красить яйца луковой шелухой по методу нашей зрительницы Людмилы Хажаевой. Попробовала варить яйца 3 часа один раз и теперь делаю так всегда. Людмила, вам огромное спасибо за идею. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 30 граммов промытой от пыли луковой шелухи помещаем в кастрюлю из нержавейки. Сверху выкладываем сырые яйца. Заливаем все 2 литрами воды комнатной температуры. Добавляем 1 столовую ложку соли. Аккуратно закапываем яйца в шелуху. И отправляем на умеренный огонь. Ждем, пока содержимое кастрюли закипит. Убавляем огонь до минимального. И варим яйца под закрытой крышкой 3 часа. Следим за тем, чтобы яйца все время были полностью покрыты отваром. Через 3 часа смотрим, что у нас получилось. Отвар приобрел красивый насыщенный цвет. А яйца имеют кроваво-красный оттенок. Перекладываем яйца на 2 минуты в холодную воду. А затем достаем на бумажную салфетку. И даем полностью высохнуть. Дальше смачиваем ватный диск подсолнечным маслом. И протираем им яйца для придания блеска. Теперь посмотрим, какими получаются яйца внутри. Одно яйцо у меня при варке треснуло, благодаря чему получился такой красивый мраморный рисунок. Белок стал интересного кремового цвета. А на вкус такие яйца, как запеченные. Если вам понравился этот способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Делитесь в комментариях, как красите пасхальные яйца вы. Всегда интересно узнать что-то новое.